Samsung D880. Разбор. Когда проникновение сотовой связи в России достигло 100% и ни на секунду не думало останавливаться, рынку потребовались новые решения. Так появился Samsung Duos – телефон с двумя одновременно работающими сим-картами. Начинаем разбор. Снимаем заднюю крышку аппарата и извлекаем аккумуляторную батарею. Затем выкручиваем 4 болта по периметру аккумуляторного отсека. Металлической лопаткой поддеваем заднюю панель телефона и аккуратно снимаем ее. Слегка сдвигаем переднюю часть телефона. Отверткой поддеваем системную плату и приподнимаем ее. Отверткой же аккуратно отсоединяем шлейф. Раздвигаем механизм слайдера целиком и снимаем клавиатуру. Пинцетом убираем заглушки в верхней части слайдера и откручиваем винты. Затем задвигаем слайдер и откручиваем еще два винта. Металлической лопаткой отщелкиваем фиксаторы и снимаем механизм слайдера. Снимаем защитную пленку. На передней части слайдера находятся камера, полифонический и разговорный динамик, дисплей, плата клавиатуры, коннектор шлейфа, коннектор камеры и динамика. Отщелкиваем коннектор шлейфа акустического модуля и камер и снимаем их. Поддеваем дисплей отверткой. Затем, потянув за подложку клавиатуры, снимаем дисплей. На системной плате находятся коннектор АКБ, флеш-считыватель, кнопки громкости, два сим-считывателя, разъемы под инженерные антенны, вибродвигатель, системный коннектор и две антенны. С обратной стороны платы находятся кнопка камеры, микрофон, подложка клавиатуры. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Samsung D880 посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.